Система ЖКХ региона становится все более прозрачной для простых жителей. Чтобы объяснить горожанам, как именно высчитывается расход воды, электричества, газа, а также как начисляются коммунальные платежи, старших по домам города Ульяновска пригласили в Центр метрологии. Для них провели экскурсию по измерительным лабораториям, показали современные поверочные установки. Мы занимаемся поверкой средств измерения температурных величин. Конкретно термометры стеклянные, манометрические, биметаллические. Сотрудники Центра метрологии продемонстрировали, как должна проводиться поверка в приборы учета воды и других ресурсов, сколько времени этот процесс занимает, какое оборудование используется. Как старшая по дому, мне нужно быть в курсе правил, в курсе событий, которые меняются по законодательству, которые необходимы даже в хозяйственной деятельности многоквартирного дома. Это все необходимо знать, как бы быть на волне. Подобные мероприятия проводятся регулярно. Их цель – повысить квалификацию старших по домам и приблизить момент, когда в коммунальной системе региона будет наведен порядок. Мы поняли, что одна из проблем – это не просто считать. А первая трудность, которая возникает у многих представителей – это правильно замерить ресурс, поступающий в дом. Что я имею в виду? Значит, во-первых, для того, чтобы рассчитать, сколько ты потратил ресурсов, нужно понять, сколько их в принципе вошло. Ульяновский центр стандартизации, метрологии и испытаний работает более 100 лет и занимается поверкой всех видов прибора учета коммунальных ресурсов. Ведь если не следить за приборами учета, не проверять их в соответствии с регламентом, то они будут показывать неверные данные. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.